Всем привет, дорогие друзья. Ну вот мы снова встретились. Прошло уже больше года с предыдущего новогоднего подкаста. И от всей нашей команды поздравляю вас с Новым годом. В этом году мы наснимали много крутых роликов, которые подняли вам настроение. Теперь же мы хотим пожелать вам, чтобы в новом году вы всегда были в хорошем настроении. С Новым годом вас, друзья. За этот год произошло много чего интересного для канала. И просмотры в целом перевалили за миллион. Подписчиков мы набрали 5200 на момент снятие этого ролика. То есть сегодня 26 декабря, и у нас 5200 подписчиков. К 2023 году мы хотели собрать 10 000, но на новый 2022 год у нас есть цели, а именно набрать 10 000 подписчиков на ютубе. Но собрали только половину, но мы думаем, что это тоже неплохие результаты, поскольку в этом году в целом было гораздо меньше зрителей на ютубе, то есть я думаю, это, конечно же, сказалось и на нашем канале. В целом за 2022 год мы набрали около 400 тысяч просмотров, это как показывает аналитика ютуба, но мы считаем, что набрали немного больше, потому что в сравнении с показателями предыдущего года мы можем сделать вывод, что набрали около 500 000 просмотров. В целом, этот год был не так уж и насыщен. В основном в топе просмотров остаются старые видео. Вот, как для сравнения, самым популярным видео за этот год оказалось «Все виды Нового года». Не будет. Первая часть. Это прошлогоднее видео. Что касаемо 5 самых популярных роликов по просмотрам, в этом году все очень интересно. Как уже сказал маэстро, как ни странно, большинство из этих роликов были отсняты в том году, в 2021. А именно, «Все виды Нового года не будет», «Все меме 13 карт», про которые вы уже и так знаете, и «Меме не паникуй», как ни странно, сюда попало. То есть, все виды вот эти собрали 208 тысяч, то есть и встали на первое место в этом году. Потом видео уже 2022 года про Доктор Ливси, про репортаж. Вот, третье видео «Все меме 13 карт». Оно где-то собрало чуть меньше 30 тысяч просмотров. Потом уже идут новые «Все виды Нового года не будет». То есть вторая часть, на ней сейчас 20 700 просмотров. Ну и последним роликом в топе является «Меме не паникуй» с 7700 просмотрами. Как вы видите, большинство, в принципе, просмотров в этом году, можно сказать, было на ролике прошлогоднем. Поэтому, думаю, этот год не такой уж для нас и успешный. Несмотря на низкие просмотры в этом году, мы пытались максимально разнообразить контент, снимали необычные для себя форматы, но, к сожалению, большинство из видео не сыскали никакой популярности и вскоре были скрыты. Всего же было скрыто порядка 20 роликов, прошу заметить. Тем не менее, все же некоторые самые качественные, так скажем, видео мы оставили. И также, что интересно заметить, за декабрь мы набрали 136 тысяч просмотров, тогда как за год, напоминаю, 400 тысяч. Также за декабрь, хочу обратить внимание, на канал пришло 840 подписчиков, то есть практически 1000. То есть декабрь, по факту, для нас оказался самым успешным месяцем в году. Но опять же, это произошло из-за «Всех видов Нового года не будет». На них, кстати, недавно уже стукнуло 300 тысяч просмотров. Как вы могли заметить, подкаст в этом году достаточно короткий, поскольку ситуация с активностью на канале не особо поменялась с прошлого года.